Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с сотрудниками УМВД России по Тверской области, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления, добыты неопровержимые доказательства его вины, изобличающие его преступную деятельность. Проделана огромная и кропотливая работа, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего преступления. Установлено и допрошено значительное количество свидетелей и очевидцев случившегося. Проведены осмотры места происшествия, комплекс судебных экспертиз, выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий. Добытые следственным путем доказательства позволили следственным органам СКР предъявить фигуранту заочное обвинение в совершении преступления, после чего суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Последний был объявлен в международный розыск. На протяжении практически 6 лет сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области на постоянной основе проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения обвиняемого, в результате которых 21 января 2020 года местонахождение лица было установлено и последний был доставлен к следователю СКР на допрос. В ходе допроса мужчина частично признал вину по предъявленному обвинению.